Я чуть сегодня опять не получил бан, ребят. Опять чуть не получил бан. Пи***ц. Просто пи***ц. Как? Короче, мне для партнерки нужно заполнить документы. Я сел заполнять документы. Думаю, блин, заполню не на банк, а на PayPal просто. Писываю PayPal, а потом думаю, дай вот чисто, блин. Вот чисто ради интереса. Я вот вернусь и посмотрю, что это за PayPal. Я захожу, и это тот PayPal, который я регистрировал в Томске. Так, чтобы вы понимали, меня бы сейчас моментально забанили пермачом. Вот если бы я нажал «Отправить», меня бы забанили пермачом. Пиздец. Я такой думаю, блин, да я посмотрю, все-таки все перепроверили вообще максимально. Потому что вдруг что-то не то укажу, короче, ну его на... Короче, просто стоило мне, я смотрю этот город Томск. Думаю, блядь, спасибо, на... А меня предупредили еще. Ну там, плюс-минус в минуты мне написали, что главное не введи никакой PayPal. Здесь какая-то история, типа, связана с Россией. Потому что, типа, тебя сразу забанят. Ну так что, я опять заново рожденный. О, ну что ж такое-то, вот это вот... Такой донат-то не будет пропускаться, я думаю, ты же понимаешь. Вадя, привет. Ты Здорово. Еще покупаешь ножи? Нет, не покупаю, я пока нищий, мне денег нет, ребят. FN99%, пока денег нет, брать. 0.01 флот, 422 паттерна интересует. Мне денег нет. Никто не хочет заняться тем, чтобы забрать у всех стримеров, которым я дал. Кстати, деньги назад. Бери казик. Да, взял уже, пацаны, 24-го стрима. Пацаны, там такой кусман прилетел. Просто ебануться, на. Все, уже... Нет, ну типа некуда отступать, все, уже некуда отступать. Идем до конца. 150, не-не-не. А, плата сколько? Пацаны, ну а как я вам могу сказать? Не драгон. Короче, я не знаю, а я... Что еще цифры? Не, ну вы вообще по сути сами посчитаете. Короче, чуть меньше миллиона долларов я получил. За 10 стримов. Ну типа тестовые, короче, такие. У нас будут тестовые стримы. Короче, деньги есть. Какие-то, да, небольшие, но... Я думаю, прожить сможем все-таки. Какие-то до суммы плавают. Понимаю, что нищета, но, как говорится, что тут и надо начинать? Да. Чуть меньше ляма. Чуть меньше ляма, сколько, как 50 тысяч долларов. Да нет, ну ладно, не настолько. Так, я тут. Алло. Ну, что ты фукаешь? Ребята. Ребята, с 10 дней, признаюсь честно, один день не был в зале. Признаюсь. Нанял себе сейчас тренера. Немного душный, но... Дыхабельно, короче. Инсайдер у меня тренер, блин. Ладно, пи***, какой душный. Алло. Ладно, я, если честно, вообще не душный. Здорово, а чё, Skills. Так много народу? Да, слышишь? А тут к тебе с вебкой, да, надо приходить? Конечно. Сейчас я тогда это Ладно, быстро сделаю и приду. Давай. У меня, кстати, тоже хорошее настроение. У меня, кстати, очень хорошее настроение. Единственное что. Я долго не стримил, думаю, вы видели. Я долго не стримил, и, короче, как будто чуть потерялся, поняли? Ну, как-то, знаете, типа, короче, как это объяснить-то? Ну, навык как будто чуть пропал, поняли? Как будто навык пропал, стриминг какой-то. Поэтому мне сегодня будет помогать. Кстати, второй бокал уже мой. Вот, кстати, ребят, мой тренер, вот. А за что вы так клеветали меня, вы просите? Не, вообще по-хорошему. Не, только хорошее слово. Слышишь? А стакане такое, вопрос. Виски, кола. Виски диетическая, кола диетическая. Единственное, виски с медом, мед только не диетический, по сути. Получается, мед самое вредное там, да? Самое вредное это мед. Ну тоже должен понимать, как говорится, без вреда не выловишь рыбку из труда. Это оно? Или не оно? Да, это так и есть. Короче, тема какая-то такая тема. Форд видел? Да, я видел Форд. Ваня, да, понял. А ты, кстати, да, фоткал? Понял. Ты фоткал? Ты не можешь мне скинуть фотографию? Я выведу пацанам, какой у нас движ был. Хотя бы одну фотку. Сколько у нас продуктов было на день рождения у Скиллзора. Просто пацанам покажу, чтобы они позавидовали. Можешь как-то скинуть? А, он ушел. Так, не отчаиваемся. Ваня. Ну я не сдержался, ты же понимаешь. Угу. Вань, фотку скинешь? Ну фотки-то нет, надо видео смотреть. А можешь какой-то, ну, просто нам без звука, чтобы мы посмотрели вот этот стол, типа вот этот шикарнейший стол, я пацанам покажу, чтобы они просто охуели. Сейчас попробую. А, пожалуйста, я тебя очень прошу. Просто это супер W. Кстати, сегодня, ребят, сегодня кто был на стриме у Дмитрия Алекса, тот заметил новую фишку. Я все-таки слил вам новую фишку, потому что давно не было новых приколов. Вы постоянно, ну, вы уже отстаете, если честно, немножко от мира. То есть, ну, я понимаю, что я как бы популярный чатер. Я слил новую фишку. Теперь, короче, вместо W, потому что W это как зарубежная тема, мы пишем C, поняли? Просто если W, пишешь C.
буква выглядит отвратительно. Этим самым берет, как говорится, на себя все внимание. Просто отвратительно выглядит буква, если честно сказать. Вот, да, если типа контент W, то мы пишем C. И контент называется C. А если перевернуть, получается C-контент. Угу. Резкая такая украинизация немножко. Некая такая подстава сейчас произошла чату. То, что ты хотел или нет? Ну, скорее всего, то, что ты хотел. Ребят, вот сейчас, все, подождите, вот вы можете не писать? Нет, вот если есть возможность сейчас, вы можете не писать ничего в чат, ничего не писать. Я вывожу сейчас вам. Вот вы же видели, как день рождения празднуется в Москве? Вы видели, как день рождения празднуется в Москве? Я сейчас вам показываю, какую тусовку закатил Скиллзор в Сербии. Готовы? Нет, я понимаю, что вы, ну, вы слабы. Типа, вы слабы, чтобы это увидеть. Вы слабы. Бро, ты пьян. Это только второй стакан. Ну, я серьезно говорю, вы не готовы это видеть. Вы сейчас не готовы это видеть. Просто это такой стол. Ну, показывай. Ладно. Досчитайте до 100, я вам покажу. До 100 досчитайте. Нет, вот вы думаете, что я просто так байчу? Вы думаете, что я просто так байчу? Нихуя подобного, нихуя. То, вот я клянусь вам, что вы охуеете с того, что нам закатил Скиллзор. Короче, вы готовы? Вы готовы? И Скиллзор закатил нам день рождения? Скажи, и это... Дайди на... О, заткнулся. И это праздничный стол в студию! Пам! Да ну на... Ребята, что мы видим? Персики, хлеб, чипсы, колонка... Фольга, соул, хлеб, виноград. Ваше день рождения выглядит хотя бы примерно так. Ну вот скажите честно, вы же охуели сейчас. Вы же привыкли к вот этим мажорным, сука, день рождениям, как в Москве вот это празднуют, вот это все, вот это все крутое, вот эти, сука, как они там, бокалы вот эти, это все. Бля, знаешь, что вспомнил? База кормит. Помнишь такой канал? Да. Чё? Скиллз? Да. Когда ты готовился к дню рождения? Как знаешь, что? Сколько я потратил на это? Сколько? 30 тысяч рублей. А что ты тут? Чипсы ещё дорогие, что ли? Я не знаю, мясо. Алло. Рассказываю. Говорю, Скиллз. Здорово, Костян. Говорю, Скиллз. Здорово, пацаны. Говорю, ты понимаешь, что фишка день рождения, чтобы еда была уже готова? Ну, правильно? Он ну, все же... мне, когда мы туда уже едем, если что. Нет. Это я тебе говорил заранее. Я тебе это писал еще в чате. Заранее за 2 часа. Это... Любой чел понимает, что на день рождения еда должна быть готова. Если правильно? Если Костян сказал, мы сами пожарим. Я у чипса спрашиваю, говорю, а что еда не готова? Он говорит, ну, Костян сказал, сам пожарит. Ребят, Костян, ну, что? Просто привет, поздравляю за носиком, все мясо маринуется, будем жарить, надеюсь, можем. Я такой, Гадос, как тебе шиикадзи? Как тебе ее сиськи? Хорошие неправда. Даже если бы ты не написал, какая разница, я бы где нашел. Да, да. Что ты говоришь? Осуждаю это наше. Ой, блядь, какой ты... Ты изгнан. День рождения празднуется до сих пор еще в соло, правда? Так у нас фуллстак тут день рождения. Так у нас все, у нас сербское день рождения, у нас сейчас вторая версия. Так празднуют Скиллзор день рождения. Кстати, реально, а где торт был? То есть, если у меня там торт жрешь, а у меня в холодильнике был. У меня в холодильнике. Стоп, на день рождения. На день рождения торт был у тебя в холодильнике? Да. Привет, батечка. Вот честно скажи, вот чем ты думал, когда ты делал день рождения? Скиллз. В смысле, ничем. Понимал сразу, что мы уедем просто домой. Я не знаю, на дом снял. Что такое? Лучше в баню просто съездили, помыли пенис нахуй и приехали назад. Не, ну я покатался хотя бы на этом. Ну да, я хуйня тоже прокатился. Немножко. Посмотрел, как ты катаешься. Причем на 2 часа снял за 70 евро, нахуй. Бля, ну это лучший день рождения было, честно. Вот я со всех сравниваю. Я даже вспоминаю свои детские дни рождения, где мы, блядь, тортик запивали Буратино, нахуй. И вот как будто это все равно лучше. Не, ну вы даже мясо не попробовали, кстати. Да, блядь, конечно, чудо сырое есть. Да не, ну готовы было, там волокна нормальные были. Ага, ну я не знаю. Ну, это такой L смайл. Как это? L это D. У тебя сегодня L, ой, C стрим или D стрим? У меня... Непонятно. Старый бог, пацаны. Найк. Так давай хотел... какую-то тему, братик. Так сейчас мы, подожди, а у нас, нам нет смысла спешить, сейчас я, подожди, налью. Сейчас он, подожди, напьется и просто офтим. И постримились на подкастик. Ты уже айфоном пользуешься? Ну, как думаешь?
Думаю, нет. Костян, ты прав. Сколько дней прошло, я тебе даже наклеил стекло, чтобы ты уже пользовался сразу. Да я боюсь пользоваться дорогими подарками. Так а что ты с ним делать будешь? Ты ему перепадаришь Вате сейчас на или что? Нет, я буду им пользоваться, просто я пока не готов я к нему. Костян, надо... по моему опыту, это может Скиллс, я сейчас приду домой, будет старый телефон, сейчас вот так об стенку бут. Да где мне старый нужен? И он будет плакать. Где мне старый тоже нужен. У меня будет на одном то, на другом то. Ну так и чё? Сейчас как с видюхой. Не-не. Батюшка. Да. Вы 9 дней подряд в зал ходите, вы думаете, это хорошо разве? Может быть, это... Ну, я думаю, что я нормально занимаюсь. Ну, типа, у меня нет организму ничего, ебан. Организму надо давать отдых. Так вот, я дал отдых, у меня один день же был. Ну, не такой. Хотя на вебке от голоса отстает, говорят. Как это? А это у него у так и в жизни. Может, голос от вебки? У меня отстает. Ну, у нас нормально в Дискорде. Кстати, Дискорд нормально. Йоу! Йоу! Короче. Все у нас в чате новый смайликинг. Ну все, у меня вот, видишь, пошел некий хайп. А ты понимаешь, что... Подожди, что Костян. Значит, подожди, а что значит ДД? Смотри, ну, типа это L, L, понял, L. Double damage? Нет, а ты понимаешь, что вообще это по сути... смотри, да. Когда вы говорите C-стрим, это на украинском. И D-стрим, тоже на украинском. Ну все, Найк. C-стрим? Да, C-стрим. C-стрим? Да, C-стрим. D-стрим? Тут стрим. Не, а чё? А чё, только я должен на бусте читать? Вот это, здорово, Вадос. О. Вот так. Где, на бусте? Угу. На бусте мне что такое не пишет. Ты б там видел. А, у Алекса типа? Ну, конечно. Нет, там нормально, если честно, пацаны сидят. А чё? Чё подарить Вадиму можно на день рождения? Вопрос такой. Я не за 10 тысяч долларов. Я знаю, чем подарить. Вообще идея ноль. То, что он так и не спробовал в тот раз. Что? То, что в Турции осталось. А, дрон опять? Да ну его, блядь. Переподарить? Тут нельзя его. А, тут нельзя. Да ну их эти дроны. Машину, генсуху. Ну да, честно, читай всё. Спасибо, что читаешь, Костян. Знаешь, какая идея мне больше всего понравилась? Подарить тебе машину. Кого? Коттедж, наполненный самыми стрёмными шлюхами, короче. Ну, в смысле, не ебать. Конечно, что делать, не смотри. Типа, ебать, грустно. Звучит, короче. Я как знал, что тебе надо. Ну, это мы придумали с Ваней, когда шли вчера. Коттедж вот этот, в котором мой день рождения был. Писал туда скилл залетит. Ну как это, нельзя назвать коттедж, это когда будка для богатой собаки, блин. Не прокомментировал, смотри. Да хули тут комментировать. Ребят, какая хата, такой съемный дом. Да не, вопрос в том, X2 будка или X3 будка? Будка 3 по X3. Вот тоже непонятно. Бля, ну реально какая тварь просто сидит. Будка, кстати, начинается 24 числа, ребят, 20:00. О,